На 7 ледовых переправах федерального значения снизилась грузоподъемность. Это Зимники в Вилюйском, Верхневилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском районах и Якутске. Отметим, что всего на территории республики работает 48 ледовых переправ. Дальнейшее понижение грузоподъемности и закрытие переправ будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Якутии.